Здравствуйте, дорогие любители орхидей! Мое видеообращение к вам с просьбой о помощи. У моей подруги болеют на протяжении примерно года орхидеи. Заболевают с некоторой периодичностью. Сегодня растение абсолютно здоровое, завтра подходишь, у него слегка такие неравномерный окрас листьев, похожий на хлороз. Болезнь развивается в считанные дни, пятна становятся такие вдавленные, темно-коричневые и распространены буквально по всему растению. При этом корни хорошие у растения могут быть все, но на вид оно вот такое. Больные растения у нее содержались в отдельной комнате. Все растения без исключения проходили обработки различными фунгицидами. Она использовала строби, скор, дискор, это в принципе два аналогичных препарата, медный купорос, фетоловин, аллилингомаир, хом, это тоже препарат на основе меди. Поэтому все, что она не использовала, ничего не помогает. Болезнь продолжает периодически проявляться на абсолютно здоровых орхидеях. И у меня, мы, конечно, подозреваем, что это может быть вирус. И очень страшно за то, что может буквально на глазах вымереть вся коллекция. Может, кто-то может чем-то помочь, подскажите, пожалуйста, возможно, у кого-то были такие ситуации, не дай бог, конечно, но буду рада любым комментариям. Я благодарю вас за внимание, пока-пока.